такой посылки у меня еще не было. Видно, китаец в торопях доедал собаку и забыл этот волосы обтереть. Ужас. Всем привет, друзья. Такое вот вступление. Здесь у меня два предмета от Кула. Первый, ну такой, я вам скажу, действительно увесистый, здоровенный блок питания на 60 ватт. То есть здесь у нас идет Quick Charge 3.0 в виде Type-C и Quick Charge 4.0 в виде USB 3.0. Так. А нет, тут написано и то, и другое. Извините, что-то я попутал. И то, и другое, и PD, и Quick Charge у нас идет максимально 12 вольт, 1,5 ампера. И суммарно 36 ватт. То есть, ну, в принципе, как-то так. В общем, интересное такое решение. Мне оно обошлось в $3 с учетом купона в $1 от продавца. Но он действительно такой увесистый, действительно такой тяжелый, добротный блок питания. В общем, проведу тесты, отпишусь в описании свое мнение об этом блоке питания. И второе на повестке дня у нас. Да, ребят, и не скрипите зубами, где тесты, где все остальное. У меня просто-напросто нету тестера на Quick Charge, ни третий, ни четвертый. Нету тестеров. И здесь Кула, то же самое, Type-C. Тут Type-C, по идее, быстрая зарядка должна быть. И дата, передача данных. В такой оплетке, массивный, синий, Кула, написано так прикольно, сделано, вот так сбоку, вставочка, ну такой действительно толстенный провод, и этот провод, вот этот провод, по-моему, на 60 ватт максимально выдерживает. Я его брал для передачи данных для своего кармана Type-C-шного. То есть, потому что у меня до этого я брал Quick Charge зарядку, зарядка действительно работает, но там не было в ней передачи данных. Здесь есть передача данных. В общем, ссылочки на позиции Кула будут в описании, и мной будет дополнена, конечно же, история в описании, как, что себя ведет, правда, неправда, честно, нечестно. Но здесь вот, видите, у нас здесь ROX и прочее многое написано, что типа оно хорошее. Но он действительно такой увесистый, блин, действительно и здоровый по виду блок питания, и тяжелый сам по себе. В общем, такое видео, дорогие друзья. Все ссылочки в описании. Моя рецензия в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Пока.